Да, здравствуйте, Анастасия. Сегодня железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении барнаульского мошенника, который представлялся сотрудником ФСБ. Я напомню историю. Это в отношении возбуждено было дело в отношении жителя Алтайского края Романова Романа Евгеньевича. Он представлялся жителем города Барнаула сотрудником ФСБ, предлагал им разрешить проблему с законом. Отмечу, что по данным следствия, как отмечается, что Романов сам не был представителем ФСБ, он там не проходил службу, но ранее был, работал в региональном управлении Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков, после чего Романов за свою работу, разрешение, так скажем, проблем с законом потерпевших, требовал определенную сумму. Нужно сказать, что, как установлено следствие, с 2014 по 2015 годы Романов похитил 4,5 миллионов рублей. Сумма не маленькая на самом деле. Так, в одном из случаев, как сегодня было заявлено о суде, Романов говорил о том, что потерпевший, что деньги предназначались для лечения ребенка одного из сотрудников, а во втором случае он деньги взял якобы для оплаты авиабилета для юриста, который должен был прилететь в Барнаул и разрешить вопрос законом для одного потерпевшего. Также интересен факт, что следствие установило, что, как я уже говорил, сотрудником ФСБ Романов не являлся. Романову назначили 4 года условно и с возмещением материального ущерба потерпевшим, а также штраф в размере 120 тысяч рублей. Вам слово, коллеги.